Латушку раскидываешь, так садишься с бабулечками и... Алло. Алло. Чё? Алло, здорово. 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 Ой, я это уже сказал. Ты меня приютишь? У меня дома нету. А для чего ты добавил меня в Skype? Чтобы подружиться. Зачем? Что такое подружиться? Просто поиграть. Поиграть? Да. Ты ошибку сказал, надо говорить поиграть, а не поиграть. А как тебя зовут? Карен. Как? Карен. Карен? Да. О, брат Каренка, здорово. Меня Арменко зовут. Чё тебе зовут? Только что имя поменял. Не что, а как? Тебя как зовут? Как меня зовут? Да, как меня зовут, да. Да ладно, я Арменко снимался в реальных пацанах. Арменко, брат. Знаешь такую Арменку, да? Арменку. Давай в шахматы партийку. Потом в лото пойдем играть. Зачем в Майнкрафт играть? Можно в лото. В лото рубануться можно. А? Что? Наверное, ты тренируешься в водных шахматах. Не-не-не-не-не, я в лото люблю. В лотошка. Лотошку раскидываешь так, садишься с бабулечками и... Знаешь, как выигрывать их круто? Вообще, они по полпенсии отдают своей. Ты дурак или ты дурак? Ты дурак или ты дурак? Сейчас, подожди, я подумаю, что же мне выбрать. Или выберу, реально, вот. Реально выход нашел, да? Играем, дурак! Ладно, давай, короче, в шахматы на лото сыграем. Давай вот. Я тебя спрашиваю, ты дурак или дверь мотоцикла? Слышь, а как ты хачнулся так быстро? Ты ж вроде русским был. Сейчас как-то быстро хачнулся. А, я понял, ты как робот язык сменил, да? Хачнулся. Типа как прокачался. На новый уровень. Уровень хача. У тебя одна бровь или две? Расскажи секрет. Сколько тебе лет? Много. Сейчас, подожди, посчитаю на пальцах. Раз, два, три. Три пальца на руке всего лишь. Открою тебе секрет.